भगवानको जय होस्। ल अब तिमीले आमालाई सम्हाल। म बाटो नै किन सुरु गर्छु? मेरो त्यति लाग्दैन, मैले आमालाई यसको बारेमा भन्नु पुरानो प्रकारले विगतको याद दिलाउँछ। मेरो बाजेले पोर्टल बनाउनु भएको больше нельзя, он уезжает. Освободишь мою семью, я буду твоей должницей. Юму, Пейгана, сдам тебе всех. Все хорошо. Ты с ума сошел? Мои родные умрут в муках. Спаси их, прошу. Пол устраивает вечеринку в своем логове. Там он уязвим. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Доберешься, иди в комнату для допросов. Найдешь его там. Thank you.
Как же, Ай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Сабал, я навещу Пола. Привези живым, если сможешь. Он должен заплатить за все. В последнее время в окрестностях пропало много людей. Так что если там есть пленники, помоги им выбраться, но не попадись. Thank you.
не попадись! Черт!
Я освободил заложников. Отлично. Каждый спасенный — это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. Да хранят тебя боги. Как дела? О, замечательно. Просто чудесно. О, нет, нет, нет. Нет, я понимаю. Солнышко, я понимаю, но я не могу. Я на очень важном собрании. Ладно. Да ничего, ничего. Дай ей трубочку. Да нет, все хорошо. Давай. Подожди минутку. Привет, Эшли. Да ты что? Потрясающе. Молодец. Уже ложишься? Зубы почистила? Минимум 10? Ну, просто прелесть. Поцелуешь от меня маму? Ты же знаешь, когда меня нет, ты у нас в доме за главное. Конечно, да, но у папочки работа. Подарок? Конечно. Чего ты хочешь? Кольцо? Нет, подходящего для моей красавицы пока не нашел. Может, что-нибудь еще? Ожерелье? О, золотое ожерелье. Ты знаешь, кажется, как раз такое я тут видел. Да, конечно, блестящее. Теперь папе снова пора работать, ладно? Я тебя. Да. Чмоки-чмоки, и пусть клопы тебя не кусают. Все. Пока, зайка. Прошу прощения, это моя дочка. Но заставлять ждать не в моих правилах, так что, извини, буду исправляться. Ты?
Убить!
Вот как раньше. Система! Прирежьте! Никакой пощады! Он умный, я его найду. Отжай, выходи, просто поболтаем. Тебя закопаю. Она все думает, что семья жива? Да мы их давно убили!
Тебе письма моей мамочки? Да я сам их писал. Ну, еще дочь помогала. Я сказал ей, что это для друга. Моя Эсли умеет слезу вышибить. У нее точно есть задатки писателя. Как-то такую поэму сочинила. Мы с женой просто рыдали. Живой? Странно, что ты его не убил. Да жив я, придурок недоделанный. Пусть обживается. Кто это сделал? Тупые дикари! Пустите! Стойте! Стойте, мобильник! Аджай, мобильник у меня в заднем кармане! Дай мобильник, прошу! Аджай, прошу! Пожалуйста, мне нужен телефон! Отвалите, макаки! Эшли! Эшли, папочка тут! Спасибо, Аджай. За нами должок. А Пол — наша забота. Скучать ему не дадим. Аджай, Пол вышел из игры. И его крепость Варшакот уязвима. На твоем месте, брат, я бы этим воспользовался. Недавно я был в Америке. Разыскал могилу Ишвари. Но не смог навестить ее после всего, что было. Когда близкие умирают, ты сожалеешь обо всех мелких ссорах. Я был там с Деплером. Точнее, Полом Харманом. Он пригласил меня домой, познакомил со своей семьей. Знаешь, он преданный муж и заботливый отец. Я завидовал ему белой завистью. Мы отправились в школу его дочери. У них там был отчетный концерт, где выступала его дорогая Эшли. Светоч его жизни. В глазах Пола стояли слезы гордости. И я подумал, а что если бы я поехал за Ишвари? И если бы это ты? Ты, запинаясь, барабанил по клавишам, а я прижимал к мокрым глазам камеру, боясь упустить момент. Запоздалые сожаления, Аджай. Самые горькие.